Услуги розничной торговли, общественного питания и ЖКХ. Права потребителей в этих сферах нарушаются наиболее часто. Какие меры по их защите принимаются, обсуждали на заседании Координационного совета при главе республики. Это государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей. Что нужно знать при покупке меховых изделий, на что обращать внимание при выборе ювелирных украшений и что же такое гринвошинг? Портал своего рода справочник потребителя. Предупрежден, значит вооружен. Есть и другие способы информирования. Это горячие линии и работа общественных организаций. Их в республике 29. Общественные объединения в основном проводят разъяснительную и консультационную работу, оказывают практическую помощь в подготовке претензий и исковых заявлений и сопровождают дела в судах. Возглавляет систему защиты прав потребителей Роспотребнадзор. Ведомство регулярно проводит проверки. В прошлом году около 300. Основную долю составили проверки предприятий розничной торговли. Почти 60%. По результатам проверок выявлено 386 нарушений законов. Как и ранее, основная доля нарушений пришлась на розничную торговлю продовольственными товарами, молочной и мясной продукцией. Среди непродовольственных товаров чаще всего нарушения выявлялись при продаже продукции легкой промышленности, парфюмерно-косметической продукции и средств индивидуальной защиты. Взносы на капремонт и начисление платы за предоставленные услуги – основные нарушения в сфере ЖКХ. Госжилинспекция в этом году провела уже более 400 проверок. Вопросы защиты прав потребителей касаются всех и каждого. Каждый человек в сфере потребительского рынка принимает для себя ответственное решение, потому что голосует своим рублем, когда покупает разные виды товаров или продуктов питания, или получает услуги. Каждому покупателю хочется выходить из магазина с качественными продуктами или товарами, а также получать качественные услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Работа в этом направлении в республике идет комплексная. К примеру, в офисах МФЦ стали проводить консультации по вопросам защиты прав потребителей. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика.